Рассвет в пустыне. Раннее утро не застало врасплох моего юного друга. Выйдя на террасу и вдохнув свежий воздух пустыни, неожиданно узнаю неподалеку знакомую гибкую фигурку. Интересно, чем на рассвете может быть занят маленький мальчик, влюбленный в историю великого вождя Моисея и священную гору Синай? Ни за что не догадаетесь. Согнувшись в три погибели, Шломо усердно собирает в глиняный кувшин какие-то мелкие крупинки. Доброе утро, Соломон! Шалом! Что вы знаете о хлебе пустыни? Вопросы Шломо, как всегда, задает серьезно и по-взрослому. Читала, что мам, выпадающий в виде дождя, каждое утро в пустыне – одно из самых необыкновенных чудес. Ман – это хлеб пустыни. Расскажи, как выглядели эти чудо-крупинки? Они были белоснежными, абсолютно круглыми и обладали интересной особенностью. Их вкус менялся в зависимости от желания человека. Да, стоило кому-то вспомнить о своем любимом блюде, как мам тут же приобретал соответствующий запах и вкус. Меня зовут Яэль Коэн, и я являюсь автором книги «Это Синай, детка». А это наш главный герой, маленький мальчик Соломон, с которым мы рассказываем эти бесконечные истории, связанные с еврейским народом в бесконечной пустыне возле священной горы Синай. Я предполагаю эту книгу для семейного чтения. Интересной особенностью является то, что параллельно вы можете видеть английский перевод и читать всей семьей на русском и на английском языке. До новых встреч!